понедельник утром в Омске обстреляли автомобиль. Пока тот стоял в пробке, так уверяют владельцы машины, они услышали треск. Позже заметили отверстие, похожее на пулевое. Однако самой пули не нашли. Фотографии поврежденного авто появились в социальных сетях. 54-летний водитель обратился в полицию. Была ли стрельба, неизвестно. Стекло могло потрескаться из-за технических неисправностей или отскочившего камня. Впрочем, правоохранители уже начали проверку. Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в данном районе. Кроме того, полицейские осмотрят автомобиль. По окончании проверки будет принято процессуальное решение в установленный законом срок.